Но главное, что в настоящее время в Азербайджане, в стране, в которой раньше существовали очень серьезный дефицит йода, который проявлялся в том числе и зобом, и отставанием умственного развития, и другими неблагоприятными последствиями для здоровья, эта проблема в настоящее время решена. И больше этого не существует. Теперь перед страной стоит другая задача. Теперь надо решить проблему дефицита железа, проявляющегося в анемии, дефицита фолиевой кислоты, который проявляется в рождении детей с тяжелыми нарушениями нервной системы. И для этого необходимо проводить обогащение муки препаратами железа, фолиевой кислоты, витаминами группы В, для того, чтобы все население страны, и богатое, и бедное, и те, кто живет в Баку, и те, кто живет в районах, в деревнях, все имели возможность получать эти необходимые микронутриенты с питанием. Это невозможно сделать обычным путем, покупая их в аптеке, раздавая их направо-налево или каким-то другим путем. Весь мировой опыт показывает, решить этот вопрос нельзя. Единственный способ – это обогащать такие продукты питания, как мука, из которой выпекается хлеб. И тогда хлеб станет для всего населения носителем этих вот витаминов и минералов таким же образом, как уже в настоящее время соль является носителем для йода. И я уверен, что при правильной организации, при правильном управлении и при том желании, которое мы видим сегодня со стороны как представителей правительства, здравоохранения, так и представителей со стороны мукомольной промышленности, я убежден, что через несколько лет Азербайджан сможет с таким же успехом решить проблему дефицита фолиевой кислоты и железа через обогащение муки, как несколько лет тому назад уже решили подобную сложную проблему с йодным дефицитом. Спасибо.